В системе образования Слонимщины есть множество возможностей для детей реализовать свои творческие способности. Во внешкольных учреждениях работают десятки кружков и секций, где конструируют, моделируют, занимаются туризмом и многим другим. В начале нового учебного года в городском парке проходит презентация объединений по интересам. Сюда приходят сотни ребят, чтобы определить свое хобби на предстоящий учебный год.